Здравствуйте, дорогие мои подписчики и те, кто зашел на мой каналчик «Рецепты мудрой мамы». Сегодня я буду готовить, в общем, отварю пельмешки. Ну, вы скажете, эти пельмешки уже и варили, и жарили на сковороде, и запекали в духовке. Но я приготовлю по-своему, как я делаю. Здесь у меня в этой кастрюльке я их буду готовить, варить. Здесь у меня масло сливочное. Нарезала я уже, нашинковала лучок репчатый сырой, томатная паста замороженная, у меня прошлогодняя морковочка натертая и, конечно, пельмешки. У меня там конфорочка моя разогревается. Вот так вот возьмем уже и пойдем туда. Она у меня уже включена стоит. Пусть наша маслица будет таять. Вот, видите, сливочная маслица у меня. Кто хочет такое растительное, можете да, добавлять. Ну, я на сливочном, вкуснее буду. Вот она растапливается. Вот уже растопилась кулька. Не до конца, но у нас масло есть, покрыло все. Я буду выкладывать сюда лучок наш. Выложила лучок. Пусть обжаривается. Лучок у нас обжаривается. Я сюда закину нашу морковочку. Она у меня. Я ее с осени или на терочке тру, или перекручиваю. Сюда же добавляем. Она обжаривается. Вот у нас практически лучок с морковочкой зажарился. Берем другую ложечку, томатную пасту, и сюда мы так положим маленечко томатной пасты. Убираем. Так, еще подсолим мы маленько. Настольку попробую. Вот так вот подсолим. Вот, хорошо. И перемешаем это все. Так, перемешиваем. Вот перемешали мы нашу томатную пасту. Берем кипяточек. Наливаем сюда кипяточек с чайничка. Аккуратненько вливаем. Чтобы быстрее закипело. Ну, вот достаточно. И пусть оно у нас это все закипает. Вот водичка наша уже закипела. Видите, кипит. Будем скидывать наши пельмешки сюда. Потихонечку. Половинку выкинули, помешали. И еще вторую половинку выкидываем. Перемешиваем. Так, берем лавровый листик. Вот у нас здесь. И сюда же лавровый листик. Оп. Ой, запах пошел от лаврового листа. Все. Будем варить пельмешки наши. Теперь до готовности. Пельмешки наши сварились. Открываем крышечку. Так. Добавим сухой, вот у меня лучок маленькая есть, можно другие приправки добавить, зелень другую добавить. Вот так вот. Хватит. Помешаем. Вот у нас такие пельмешки получились. Пельменный супчик у нас получился. И будем выкладывать в тарелочку нашу. О, пельмешки разбухли. Кто любит жижечкой, жижечкой. Кто без жижечки, можете без жижечки. Вот, дорогие мои. Готово у нас тут все это дело. Закроем крышечкой опять. Все. Можете даже добавить туда сметанки, другой соус по желанию. Все, дорогие мои.
Наши пельмешки без спешки готовы. Всем приятного аппетита. Не забудьте зайти и подписаться на мой YouTube-канал «Рецепты мудрой мамы». До скорых встреч. Всем пока-пока.